Танго. Парный танец свободной композиции, исполняемый под характерную музыку. Возник в 1880-е годы на границе Уругвая и Аргентины как результат сплава культур. Африканские ритмы, аргентинская милонга, гаванская хабанера, испанская фламенко, ритуальные танцы индейцев, польская мазурка и немецкий вальс. В начале 20 века танец быстро приобрел популярность и завоевал весь мир. Из известных танго самым старинным считается «Эль Чокло», или в дословном переводе «Кукуруза». Названо танго в честь владельца клуба в Буэнос-Айресе, которому друзья дали прозвище «Эль Чокло». И самое известное исполнение этого танго принадлежит Луи Армстронгу, а премьера его состоялась именно в этом клубе. «Эль Чокло», «Анхель Вильольда».